Мой брат, Гарольд, попросил меня быть шафером на его свадьбе. Я такой, конечно, чувак, ведь ты всегда был рядом со мной, когда я был на реабилитации, или когда я не мог найти свою машину. Потому что, знаете, Гарольд, он тот, на кого всегда можно положиться, в то время как я чаще бухой. Ведь так, пап? Почему бы тебе не быть как твой брат? Гарольд бы никогда не избил своего арендодателя. Боже, он же бухущий в хламину. Да, неожиданные новости. Гарольд не так уж и идеален. Чего только стоит тот случай в Пуэрто-Рико, когда мы подцепили тех двух. Полагаю, они были проститутками, но я не помню, чтобы мы платили. Так что же случилось? Да, да, расскажи. Отстань! Я тоже личность! Я тоже личность, черт возьми! Ты придурок!